Это богом забытый район, восклицают жители ТЭЦ. Мы все решим, отвечают представители администрации города. И так уже две недели. А сегодня утром строители снова стали возводить забор вокруг зеленой зоны. Отстоят ли жители парк, расскажет Александра Попушой. Погода плачет вместе с жителями района ТЭЦ. Быть или не быть парку? На этот вопрос никто не может найти ответ уже около двух недель. Сегодня утром снова стали возводить забор, и жители откликнулись на звук топора. На стук молотков и топоров сбежались местные жители. Район промышленных и детских площадок мало, а предприниматели пытаются отнять единственное место, где можно отдохнуть и погулять, жалуются участники митинга. Хоть свою маленькую территорию мы хотим защитить. Потому что здесь наши дети, здесь мы гуляем. И не всем это есть возможность куда-то поехать, отдохнуть в центре или еще что-то. Не каждый это может. Александр Бобров подписал распоряжение о прекращении строительства торгового центра в районе ТЭЦ. Глава администрации предполагает, что владелец участка находится не в городе и отдает распоряжение строителям, не зная ситуации. Администрация города Тамбова и я как руководитель администрации, конечно же, не пойдем против воли населения. И здесь в осенний период разобьем небольшой скверик. Хотя осенью мы сделаем. Сейчас задача стоит о том, что мы разберем в обязательном смысле этот забор, который вокруг, а с владельцем уже будем разговаривать, тогда договариваться. После появления руководителей строители стали разбирать забор и освобождать тротуар. Александра Попушой, Владимир Моисеев, Ольга Кириллова, Область новостей.